Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, а также адвокатя юридическая. Да, дорогие друзья, я открыла недавно свою контору по адвокатным делам, обращайтесь. И сегодня мы находимся там, где все в жизни удалось, после предыдущей серии, когда мы с Катей стали богачами просто. Изумруды налево, изумруды направо, но не все так просто, потому что перед началом этой серии бог Майнкрафта нам сказал то, что сегодня нам придется не сладко. Он не сказал, что именно мы будем делать в этой серии, но он сказал то, что нам кирдык. Че, прям так и сказал, что ли? Мы находимся в Краснодаре. И вообще не спрашивайте, почему. Но я все равно отвечу вам, почему. Потому что я в прошлый раз сказала Красноярск, а люди из Краснодара начали писать: «Эй, почему Красноярск, а не Краснодар? Это же так похоже!» Вот поэтому сегодня мы в Краснодаре. А книга со статистикой точно не врет? Прочитай, пожалуйста. По поводу книг я тебе попозже скажу. В общем, не мы ищем приключения, а приключения ищут нас и нашу задницу. Как говорится, ни одна серия не без проблем. Кого? Корову! Перед началом этой серии мне и Кате начали поступать угрозы. На, купи себе мороженку, ослина. Угрозы начали поступать. Кать, скажи, какие угрозы? У вас все пропадет! Будьте аккуратней! Туда-сюда! Вот это все! Ну да, учитывая то, что последние две серии нам просто безумно как везло, этот дом появился только из-за наших детей с Катей. Вот эти алмазы-изумруды, и, кстати, зацените мой костюмчик, вот этот костюмчик появился только благодаря предыдущей серии. И вот этот галстучек тоже. И шапочка тоже. А и мое платьюшко вот это вот, и его бутены красные тоже. Вот от, все оттуда вот. Вот предыдущие серии просто все комментарии поголовно были заспамлены тем, то что Эдисон и Катя, аккуратнее, в следующей серии бог Майнкрафта над вами вот это начнет отыгрываться. Поэтому, Катя, я тебе предлагаю в эту же секунду скрафти, давай я сам быстренько скрафчу. Скрафчу один сундучок. Вот так. Если бог Майнкрафта в этой серии... Давай, быстро, быстро, быстро! Если бог Майнкрафта в этой серии надумает у нас все украсть, мы заранее подготовимся. Нам с тобой, Катя, нужно закопать клад. Давай где-то за домом вот здесь его закопаем. Я вырою где-то яму в три блока. Вот так. И сюда поставим все самые драгоценные наши ресурсы. То есть я сюда выложу 14 алмазов. Вот так, я даже себе ничего крафтить не буду. 14 алмазов, 16 изумрудов. Ну и, в принципе, больше такого ценного у меня ничего нет. Дробаш он вряд ли сможет у меня забрать. Хорошо, а я тогда сюда выложу свои алмазы и свои изумруды, собственно говоря, все. У тебя один алмаз был, ты чё врунькаешь? Да ты в предыдущей серии только штук 5 нашла. Нет, между прочим, я один себе отдала. Один я вспомнила, что ребенку отдала в этой серии, где дети были. Потом еще один ты у меня забрал. И в итоге 3 осталось. Хорошо. Ну, если так, значит так. Все, закапаем, закрываем вот это. Деревом все. Все. А я тебе, знаешь, что предлагаю? Ну, давай. Пойти сделать железную броньку, потому что у нас дофига с тобой железа. Да, я сейчас тебе все сделаю. Или давай, у тебя тоже есть железо, да? Ну тогда у меня давай. У меня тоже есть железо. Делай себе. А так подожди, так у меня уже есть железная бронька. Я сейчас вот так я надену. У меня-то нету. И вот так я надену. Опа-ля, мамкин красавчик. Ты знаешь, я сделаю себе на самом деле 2 сета железной брони. Мало ли чего в этой жизни может быть, да? Ну, кстати, хорошо то, что ты наперед думаешь, поэтому давай я тоже себе сделаю. Вот так сделаю еще одну шапку, 2 сета. Если один вдруг у нас каким-то чудесным образом исчезнет, значит, у нас будет еще один запасной. Ну, вообще-то я подумала насчет того, что он просто, ну, закончится, сломается. А, ну ладно. Главное, чтобы мой зачаренный алмазный меч не пропал. Надеюсь. Так, и что, мне сразу надевать все? Давай напяливай на свои лабутены железную броньку. Ну все, ты больше не красавица, пошли. В смысле? Ну, в смысле, ты, нет. Нет, ты как бы красавица, но не в том плане, а в другом ты не красавица. Ну, ну-ка. Ну, в том плане, что больше твое платьюшко вот это красное не видно, поэтому ты не красавица.
Понятно, все вы на шмотки ведетесь, пацаны. Все, пошли! Ну ты видишь, ничего не происходит в этой серии. Просто вообще ничего. Мы с тобой спокойно гуляем. Даже крипера ни одного в этой серии не было. Что плохого вообще может произойти? Ничего. Поэтому я тебе предлагаю пойти и найти какую-то данж или какую-то деревню, или хотя бы спокойно перерожить, начать выживать, а? Слушай, хорошо, ладно, отдай мне свой алмазный меч, пожалуйста. У тебя есть зачаренный, а я хочу алмазный на всякий случай, потому что тут скоро у меня сломается. Ну на, только ты мне дай свой. Нет, я говорю, у тебя же есть свой алмазный меч, который... У меня нет алмазного меча, это мой единственный алмазный меч, это у тебя есть алмазный меч. А, ну тогда на. И что это сейчас было, что закидалово? То есть ты у меня забрала зачаренное, а мне обычный дала? Видишь, как я тебя легко провела? Я ничего не понял, что сейчас было! Ты чё кидала-то такая, алло? Я сейчас тоже не поняла, что произошло, но в итоге у меня меч зачаренный, пойдем дальше. Короче, прямо сейчас идем в эту деревню, полностью ее обворовываем. После этого, здорово, находим с тобой где-то еще 5-10 алмазов, крафтим с тобой алмазные сеты. Чарим алмазные сеты и после этого к чертовой бабушке моментально убиваем этого. Добывай еду, кстати, добывай еду. Моментально убиваем. Добываю. Что моментально-то? У меня только что моментально из руки за одну миллисекунду пропал алмазный меч. Ты, Маша, растеряшек, где ты его выронил? Ой, я его не выронивал, я не нажимал на кнопку Q, он у меня просто за секунду пропал. Это, добывай еду, кстати, добывай еду. Серьезно? Нифига ты, ох, у тебя я отжала меч, и кто-то еще отжал. Это просто карма. Ты бы на самом деле не хихотунькала вот тут лишний раз. У меня как бы еще дробаш остался, да? Я дробашом могу курицы себе вот это добывать. Все, погнали. Давай. Подожди. У меня пропал зачаренный меч, который мы нашли в прошлой серии. Только что из рук испарился, прям. Ну и ты только что еще меня лохом назвал. У меня хотя бы дробаш остался. У тебя вообще тогда ничего нет. Так, Кать. Подожди. Я тебе свой меч отдала. Верни мне его тогда. У меня меч пропал до того, как у тебя меч пропал. Кать, откуда я меч тебе-то верну? Пошли. И ты так спокойно к этому относишься? Нет, я не спокойно отношусь, я просто понял то, что наши предсказания и предсказания подписчиков начали сбываться просто вот так по щелчку пальца в одну секунду. Прекрасно просто. Это все подписчики. Все, что они пишут, все сбывается. Ну так реально, вот в каждой серии замечаю, вот все ваши миллионы идей, вот кто-то из вас там пишет, там, Эдисон, давай следующую серию Майнкрафт, но мы не перестаем становиться лохами, просто сра... Кать, ты... Ничего нет. Подойди сюда. Что? Ты понимаешь, что в нормальных деревнях здесь висят книжные полки. Сейчас здесь висит бедрок. Он ломается. Да, бедрок ломается. Я тебе это уже давно говорил, еще до того, как учил тебя играть в Майнкрафт. Сломай один бедрок, пошли. Да подожди, ладно, это, наверное, дом такой просто. Пошли в другой. Так, здесь еще один дом, где должны быть книжные полки. Здесь тоже бедрок. Точно такой же бедрок. Вот. Кать, у тебя нагрудник то ли исчез, то ли сломался. У меня его украли. А ты в курсе, что... На тебе платья даже нет! У тебя платье пропало! У тебя вот этот новогодний скин твой вернулся! Не-не-не, бабутыны мои, слушай, ты понимаешь, я себе крафтила 2 сета железной брони. У меня половина осталась. Так, половина. Хорошо то, что я хотя бы еще в этом костюме, и никто у меня костюм не забирает. Так, кузница! Давай посмотрим, что находится, да, в кузнице. Давай, иди сюда. Иду. Надеюсь, там что-то есть. Мертвый куст, лианы, паутина. Мне кажется, здесь не все так просто, как кажется. Ты посмотри на их расположение. Лох. Слушай, ты! Наверху там! Ты офигел! Сначала, значит, подаешь нам всякие алмазы, а потом забираешь! Так он только что нас с тобой еще лохопедами назвал. Это уже вообще вне игры, так нельзя! Это уже зашквар, бог Майнкрафта! Ты зажрался, я тебе... О, зря я, наверное, это сказал. Сейчас у меня еще что-то важное пропадет. Так, Кать, шутки шутками!
Но не в этой серии. Я-то думал, что ничего пропадать не будет. А у меня уже минус меч. У меня... Ну хорошо то, что больше ничего не пропало. А нет. Проверь инвентарь, У меня три пары ботинок. Только что у меня на глазах... У меня трусы только что на глазах пропали. До этого ботинки пропали. Три пары. Все? У тебя ничего нет? Ну, на, я тебе могу ботинки дать. Давай, свои. Давай ботинки, спасибо, спасибо. Ну вот видишь, как хорошо, что ты скрафтила это все наперед. Так. Я сниму галстук на всякий случай и надену вот это, нагрудник. Так, а у меня остались еще только что прям на глазах я хотела надеть штаны. Железные, они прям. Я видел. Так у меня вторые были! Вторые тоже скоммуниздили! Держи, у меня есть еще 1,5 стака железа, держи половину и крафти себе все, что только хочешь. Сейчас, а здесь есть вообще верстак еще в этой деревне. Здесь пусто, везде пусто, просто бомжовные деревни. Что происходит? Ты можешь мне объяснить? Эта деревня пустая, тут пишут лох этими кустиками. У нас забирают предметы. Что происходит, чувак? Что? Вот я хотел бы догадаться, что происходит в этой серии. Я тебе предлагаю реально как можно скорее сейчас вернуться домой, потому что у нас дома... Лишнего слова просто не говори. У нас дома что-то где-то там закопан. Катя, у меня только что из рук мой любимый дробовик пропал! Ну нет, это же было единственное наше оружие, потому что в прошлый свой пистолет я детям отдала. Что это? Пистолет, меч? Да, вот это. У тебя есть один, у меня есть один. Так, у меня еще слава яйцам куриным. У меня есть еще алмазная кирка, и у меня есть меч вот этот. Все, пошли как можно скорее домой, посмотрим, сохранились наши ресурсы. У тебя только что шлем с башки пропал. Моментально. У меня просто на глазах он пропал. Пошли. Нет, ты понимаешь то, что он забирает у меня и то, что держи. На мне, и то, что в инвентаре, я себе скрафтила заранее. Где? Пошли, пошли, вот надевай, я тебе выкинул еще один шлем. Надеюсь, то, что у нас было спрятано в сундуке, ничего не пропало. Как можно быстрее давай топаем домой и молимся. Хотя, да, кому тогда молиться? Ну, богу Майнкрафта же, он же нас троллит. Да пошел он нафиг, он сегодня вообще нас не любит. Что? Ты что ревешь? Алмазная кирка! Только что вот так за секунду! Слушай, а может нас не бог Майнкрафта троллит? Может нас Танос троллит? И просто каждый раз пальцами щелкает, и у нас какие-то вещи пропадают? Подожди, подожди, а может быть, помимо бога Майнкрафта есть реально кто-то еще? Ботиночки забрал у меня, да, значит? А может есть... этот... как он там называется? Сатана Майнкрафта или... Да ну это уже бред какой-то, пойдем скорее домой. Или реально Танос существует, я не знаю. Пошли. Так, все, побежали, скорее побежали. Ага, у меня так... пока еще кирка есть. Спрячь ее, пожалуйста, от греха подальше. Куда-то далеко-далеко в инвентарь спрячь, чтобы никто ее не видел. Хорошо? Ни я не видел, да, ни всё. Ты не видела, ни мертвый осел не видел. Осел? Подожди. Нет. Там еще один есть живой. Это Степашка. Это тот, которого мы каждый раз встречали, когда выходили из дома. В смысле, как он так умер? Да кого он появился у нас пару дней назад всего лишь? Ладно, уже не так страшно, в принципе, но обидно. У меня железный меч только что из рук испарился, но как бы ладно, я уже не удивляюсь этому. Да железный меч-то зачем забирать? Ну? Кать, походу весь этот мир к чертовой бабушке резко стал проклятым. Вот здесь хотя бы остались еще вот эти книги. Полки вот эти книжные. Пошли. Ой, кровати есть хотя бы, может, пошли, пошли. Я тебе сразу же предлагаю за дом вот туда бежим. Если все же ресурсы на месте, значит, мы их там оставляем и бежим куда-то в другое место подальше от нашего дома. Давай, вот здесь. Никто не видит, пожалуйста, здесь. Пожалуйста. Картошка. Ну и что ты мне говорил? Ты не узнаешь! Ну, держи одну картошку тебе, одну мне. Пошли. Спасибо. Я тебе предлагаю в доме вообще нафиг спрятаться. Да, ага, хорошо. Стоп! Отойди назад! Быстро назад! Ты видишь нажимные плиты? Ты сейчас только что на нажимную плиту чуть не наступила. Подожди, посмотри наверх. Я вижу то, что все к чертовой бабушке заминировано. Так. Надо сломать это нафиг. Кстати, ты умнее, чем я, оказывается. Забирай все, что в сундуке есть. Забирай вот эти все вещи, которые в сундуке есть. Так, их же точно, их же можно сломать. Так, забираем. Я забираю. Катя, тикай из дома к чертовой бабушке! В смысле? Я хочу спасти!
просто чисто одно сердечко осталось, а на месте нашего дома ни пылинки не осталось. Ща, погоди, я тут в соседнем доме заспавнилась, там вообще от дома что-нибудь не осталось. На, да хоть... за что? Хотя бы ты поешь. Ты где там? Я тут в руинах. Ядрёный случай. Вот так вот нам и везет две серии Майнкрафта, но подряд. А потом жопа кромешная просто, огромнейшая. Просто происходит буквально... Все, тихо, спокойно. Спокойно. Этого нам еще не хватало. Ты, слушай, может, хватит нафиг над нами издеваться? Я не могу... О, у нас тут шахта была. А, кстати, да, я реально не видел. Иди покопай что-то. Нашла алмазы, нет? Угу. Нашла целый стак.